Ну что ж, тоже три полуфинала. Формула 2 плюс 2. Состав первого полуфинала. Ну, вот две спортсменки здесь в этом году бежали по 52 секунды. Лина Ирби из Соединенных Штатов Америки 52-51, причем личный рекорд 51-79. 52-26 у кубинки Роксаны Гомес. Украинка Джойс Скоба по седьмой дорожке 53-26. Ну вот у немки Мергенталер 53-52. И вот Линна Ирби. Очень сильна. Вот молодая спортсменка из Великобритании Ханну Уильямс 53-45. Ну, в общем, две спортсменки по 52. 3 по 53, ну, в общем, довольно, даже 4, да, 4, Ребекка Богорга, вот, украинская бегунья, вот, Ашлан Бест из Канады, ну, у нее чуть-чуть похуже результат, и вот Ребекка Борга из Италии, 53-83. Британка, итальянка, такие самые худенькие здесь. Посмотрим, как они здесь пробегут. Довольно ровный все-таки забег. Шансы есть у многих. Ну, по крайней мере, может быть, хотя бы по времени побороться. Первый полуфинал у женщины 400 метров. Вот американка Ирби мощно пошла вперед, догнала уже и британку, и остальных вот спортсменов, поравнялась по дальним дорожкам, пока явно лидирует. Мощная спортсменка. Ну что ж, очень хорошо Ирби бежит. Сейчас явно лидирует кубинка Гомес на второй позиции. И британка Ханна Уильямс бежит третья. Украинка Коба на четвертой позиции. Нужно бежать. Даже Коба может обойти британку. И, кажется, это делает. И 51-89. Очень хороший. Хороший результат у американки. Всего лишь десятая до личного рекорда, но в этом году так быстро она еще не бегала. Одна 90 у Лины Ирби. Официальный результат 52-26 у Роксаны Гомес. Джойс Коба, да, вторая была. 52-79. Личный рекорд украинка. И Ханна Уильямс сотую всего лишь ей уступила. 52-80 тоже личный рекорд. Как, впрочем, и у Ашлан Бест из Канады 53-27. Но Коба и Уильямс пока имеют лучшие результаты для выхода в финал.
Ну, вот результаты этого забега. Ну, вот подсчитанные очки у Андралой 7389 очков, у Кауля 7389.